Всем доброе утро. Я не буду себя полностью показывать, потому что я вообще только проснулась, сейчас 12 часов. Вообще видок мне, конечно, адский. Вот. Не спала я почти всю ночь, потому что собака не давала просто спать, ему было очень плохо, и мне приходилось с ним ходить на улицу. Ой, наверное, раза 5-6 за все это время. Вот, я вообще не знаю, как молодой человек пошел на работу, ему странно было, это какой-то ад, мне кажется, он сейчас вообще там вырубится. Вот. Сегодня будет насыщенный день, мы должны прислать духи, мы заказывали. Попробую заказать, мы заказывали не через всякие ритуалы и так далее, а мы решили заказать через давка.ру, что ли, по-моему, так. Там продают духи, и так, помимо обычных духов, там продают еще тестеры, знаете, вот, которые стоят там в магазинах. Не знаю, некоторые говорят, что типа вот эти тестеры, они лучше, что они держатся намного дольше, чем обычные духи, что типа там концентрация, ну, самого вот этого состава, она лучше. Кто-то говорит, что наоборот, они быстрее выветриваются. Вот. Заказывали эти духи, вообще просто духи, потому что, ну, блин, там дешевле, мы решили, почему бы не попробовать. Ну, вот. Тем более мы сразу двое духов заказали, Dolce & Gabbana, женские тройка, по-моему, номер, а мужские, вот Calvin Klein, Эйфория, темненькие такие. Вот, попробую, блин, на самом деле я честно не помню, как пахнет, о боже мой, показался, как пахнет Dolce & Gabbana, женские тройка, потому что я давно очень их нюхала, я не помню, какими именно понравились, там их, по-моему, 3 или 4 вида, ну вот. Я надеюсь, я не прогадала, вот, надеюсь, не пройдет аромат вообще, я много просто заказала, ну, молодец. Вот. Вообще, просто у меня сейчас такая концепция, я хочу поменять стиль на более женственный, и, соответственно, как бы я сейчас меняю и духи, потому что все духи у меня такие, знаете, более сладкие, скажем так, как бы это выразиться, наверное, задорные, что ли, да. Больше подчеркиваю вообще то, что я еще как-то в душе подросток, как будто мне еще 19 лет, и я вообще еще расти и расти, ну да. Вот, а тут у меня рядышком сейчас лежит товарищ мой, вот он тут так вот чешется. Тот самый, который мне не давал спать, который меня разбудил, вообще мне сейчас с ним идти гулять, но сейчас я подожду, пока все придут, и пойдем. А, еще сегодня будет сразу, наверное, 2 видео я сниму. О, если, конечно, у меня получится. Одно я точно хочу переснять, потому что я уже все сняла. О, боже мой, ну что за... Одно я уже отсняла, но оно... Мне кажется, ну, блин, короче, накладка вышла. Я снимала все это с микрофоном, и оказалось, что с микрофоном все намного тише, нежели я когда снимаю по обычному, ну, без всяких примочек этих. А, еще я... Ох, да, у меня проблемы с освещением. Я хочу себе купить искусственное освещение специальное. Вот, но у нас что-то в видео я как-то раз видела, сейчас я не могу найти. И мне нужен новый штатив. У меня... К сожалению, треногу я свою сломала. И вообще, какой забан. Ну вот, так что мне приходится сейчас немножечко корпеть над тем, чтобы снять нормальное видео. И, конечно, треногу держит фотик, но мне кажется, в один момент у меня просто упадет, а это будет очень плохо. Вот. Ну что ж, мы увидимся позже, когда я буду на улице в более-менее нормальном виде, я надеюсь. Если нет, то вы увидите, какая я... на улицу, начинаю скрестись. Пищать. А еще и забанили мое видео, мне просто заново все перезаливать. Вот уроды. Фу, спокойствие. Ну, пищать хоть будем. Так, пойдем. Мы сейчас сменили вместо ошейника. Выходим на шлейки, потому что он очень тяжелый стал. Вот, и его тяжело контролировать. Он все время тянет. Так вот. Вообще считаю, если у вас собака, если она там ходит в туалет, да, по большому, вам нужно обязательно убирать за ней, потому что, ну, это неприятно, когда, допустим, даже ты гуляешь там, решили поиграть в волейбол, заходит на газон, там куча какашек. О. Просто мы любим смотреть на ту сторону, искать собак, маленьких детей, и рваться к ним. Да, так? Я сейчас рядом в кинотеатр, вот, и периодически как бы, мы ходим в кино, я тут недавно ходила на номер, очень понравилось. О! Ну ты чего? Такая грустная морда.
Итак, сегодня мы с братом пойдем в кино. Вот, я сейчас иду за билетами. Вот, и... Если, конечно, получится. Вот, хочу посмотреть еще духи в Ревгоше. То, что мне привезли мои духи, и я хочу сравнить, на самом деле, точно так же пахнут они или нет. Вот, надеюсь, что это не подделка. Сделай! Домой, купила себе новые, ну то собака пристает, купила, короче, себе новые цветы для влога. Вот они будут на заднем фоне, наверное, стоять, пока не решила. Вот, так как сегодня освещение какое-то немного тусклое, я, наверное, буду все-таки снимать либо у брата в комнате, вот, либо все-таки где-то в этой области. Хотя нет, здесь как-то странно, тут вроде нормально свет падает. Посмотрим. Да? Мы тут цветы вон. Нюхаю. Короче, купила данные цветы. А, еще что хотела. Точно. Хотела показать. Сходила я, значит, в этот, в Ревгош. Сейчас сравнила я парфюм, как пахнет тот, что там на витринах, и с тот, который мне прислали. Сейчас вам покажу, как все это выглядит. Ну, сразу можно сказать, вот флакончик. Концентрейшн. Ну, вот, в принципе, здесь 30 миллилитров, 50 миллилитров. Стоил он 1500 с чем-то, сейчас точно вам скажу. Это в колпачке. Здесь все то же самое. Интенсивная эйфория, тут даже немного пыльно. Видите, где-то стоял уже. Так, перевернем. Сделано в США. Вот, и говорю, да, здесь нету кукурузы. Все. Здесь такая картонка. Но объем точно такой же. В принципе, здесь полный. Никто не пшикался, но может чуть-чуть. Смотреть на парфюм, который пришел именно мне, на упаковку, то здесь, видите, Dolce & Gabbana. Господи, фокус, фокус, конечно. Нигде, фокус не работает. А здесь он сразу идет, ой, все, вытащила. Здесь еще одна упаковка, коробка. Вот, и полноценный как бы флакон с колпачком. Ну, я говорю, вот я пробовала там... Тестер был, и вот тестер, да, он был чуть-чуть насыщеннее, нежели то, что у меня в флаконе. У меня был вариант тоже заказать именно тестер, тоже 100 миллилитров, просто я подумала, что вдруг это не тот запах, зачем тратить как бы 2 с лишним тысячи. Нравится с проблемой, которая возникла недавно с видео. Собачка засыпает. Готов, как видео идет полным ходом, что-то еще не вообще не очень. А, да, надеюсь. О. Как-то вот мне надо будет поймать ракурс так, чтобы у меня здесь были цветочки. Ну, чтобы все было очень мило, нежным, ароматичным. Сегодня такое, не знаю, настроение хорошее. Хотя за окном погода вообще не айс. Дождь, походу, идет. Ну что, начнем. Видок, конечно. Короче, мы идем смотреть сейчас отель Будапешт. Сейчас уже почти 9 часов. Думаю, народу будет мало. Вот, никакой мелочи. Хотя никакой мелочи. Ну, маленьких детей там точно не будет. Вот. У нас тут как раз рядом кинотеатр. Оп. Вот так вот по вечерам. Скучно, пошел в кино, сходил. Ладно, увидимся потом. Вот так и заканчиваются у нас вечера. Прогулки вечером перед сном. Фильм «Отель Гранд Будапешт» вообще классный. Если вам
просто скучно, можете пойти посмотреть. Сюжет интересный, необычный, очень много известных актеров. Вот. Фильм легкий, ненавязчивый. Тор. Ну, пойдем. Вот, я думаю, вам понравится. Если смотрели 1+1, то, скорее всего, этот фильм вам тоже придется по душе. А у нас продолжаются вечерние прогулки перед сном. Вот, народу уже мало, почти 11 часов. Надеюсь, этим все не закончится, все. А не будем гулять в 12, в час и в 2. А то завтра в институт. Ну, на этом все. Всем пока, приятных вам снов. Увидимся еще.